Нет, не надо. Тихо. Ну, люди. Тихо. Значит, хочу подбить итог, значит, этого места. Как по мне, странно то, что кроме монет, монет. Украшений нету. Нету ни какого-нибудь перстень, какое-нибудь украшение, там, серьга, еще что-нибудь. То есть, походу, было ордынское, ну, скажем так, 13-14 век, значит, поселение. То есть монеты валяются, ну, так, разброс большой почти на всем поле, да? А наконечники тоже ихние? Наконечников нету железных, это раз. То есть этого периода, который считается ордынским, ну, 13-14 век. Но есть, наоборот, как бы встречаются. Женя нашла два таких из мощаковой бронзы, по-моему, наконечника, и один оловянистый. И я нашел один бронзовый наконечник. Ну, как бы так. Тоже странным образом здесь завалялся динарик один. Вообще непонятно, каким он здесь боком, в общем. Ну... И кусочек ты от пряги черняховской. Язычок от черняховской пряги, и да, больше по черняхам нить его. На соседнем поле комрад был, нашел тоже прягу полностью черняховскую, такую же типа, ну, как считается, черняховская. И амулет, черняховский амулет, это молния. Как бы, ну, на этом все. Вот это как бы такие находки, не знаю, какого периода, что за поселение, в общем. А, и ты еще зеркало нашла, оловянистое, кусок оловянистого зеркала. Ну, это тоже скифо-татарский, так сказать, это зеркало можно, как бы были такие зеркала, считается, и у скифов, и у татар тоже, как бы татарские эти ордынские зеркала. Как бы на этом все, вот такой вот итог. И посуда еще валяется, значит, амфорные ручки были, стенки амфорные, лепнина черная, как бы вот такая, как мы находим по скифам, можно сказать. И как бы немного было другой, немного другой какой-то, да, гончарный, непонятно. Ну, несколько кусочков, несколько фрагментов нашли, тоже непонятно какой-то керамики, которую раньше мы не встречали в наших краях. Как-то так. На этом все, друзья. Значит, подбиваем такие вот итоги. Всем пока. Пока-пока.